сегодня впервые на моем канале розыгрыш. Победитель будет один, он получит 1000 рублей. Но для этого, первое, нужно быть моим подписчиком. Второе, как можно больше поставить лайков. Третье, написать как можно больше разных комментариев под разными видео. Комментарий будет засчитываться тот, который содержит не менее 5 слов. Также нужно будет поделиться моими видео в своих 2 разных социальных сетях. Но те сети, в которых вы делитесь, не должны быть фейковые. Для того, чтобы я могла спокойно определить победителя, у вас должны быть открыты лайки и подписки. Конкурс начинается именно сегодня, с этой прям минуты, секунды, и продлится до воскресенья, до 12 часов дня. Также от меня лично получит один подписчик 500 рублей. Но это тот подписчик, который на протяжении долгого времени меня поддерживает и комментирует. Деньги по поводу перевода вы со мной, либо я с вами, списываемся в социальных сетях, ВК, Инстаграм, то есть как кому удобно, по номеру телефона, либо по номеру карты. И я вам перевожу эти деньги. Поэтому всем удачи! Также хотела сказать, сегодня 21 марта. Хочу сегодня поздравить с днем рождения Милану Романову. Я хочу вам пожелать счастья, здоровья, всего вам самого хорошего. Спасибо вам большое, что вы меня смотрите и поддерживаете. Также я хочу поздравить с днем рождения Валерия Альбертовича. Валерия Альбертович, от всего сердца также вас поздравляю с этим замечательным днем. Хочу вам пожелать здоровья, финансового благополучия, чтобы все у вас было хорошо. Также я хочу передать привет Николаю с Москвы. Николай, огромный-огромный привет тебе от меня лично. Ну а сейчас анекдотик. Поэтому ставим большие пальчики вверх, берем чай, кофе, лимонад, усаживаемся на диваны, на стульчики, кому как удобно, в кресло. И поехали! Собрался батюшка в заморское путешествие и говорит дочкам: «Доченьки, какой вам подарочек привезти?» Старшая подходит к нему и говорит: «Привези мне, пожалуйста, шелка заморские». Он: «Хорошо, привезу». Вторая подходит к нему и говорит: «А мне, пожалуйста, привези камни драгоценные». Он: «Привезу я тебе, доченька, камни драгоценные». Подходит младшая дочь и говорит: «А мне привези какое-нибудь чудище уродливое для постельных утех, для извращений». Он: «Рано тебе о таком думать, другое желание выбирай». Она: «Ой, ладно, пойдем по длинному пути, привези мне цветочек аленький».